Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам предлагаю связать трендовую шапочку ТикТока лягушку. Я вам сегодня предоставлю свой вариант данной шапочки. Очень большое количество на YouTube уже есть этих шапочек. Честно говоря, я не планировала ее вам показывать и вязать, но поступил заказик, и я решила вам показать именно свой вариант. Я вязала ее в виде чепчика. Закрытие у меня затылочной части идет непрерывно, без шва. Вот. И посмотрите, такие вот убавления донышка идут, и только лишь перепад платочной вязки. Все остальное у нас здесь идет максимально цельное вязание. Вот. Шапку я вязала оверсайз, немножечко глубокую и немножко больше, скажем так, где-то на размер от того, какой мне нужно обхват головы. Заказчица попросила оверсайз, поэтому я решила, скажем так, связать вот данный вариант. Вы же хотите, можете связать ее поменьше. Я вязала на обхват головы 54-55 сантиметров, и при этом она у меня получилась глубокая и, скажем, такая вот немножечко широковатая. Если вы будете вязать на подростка, к примеру, 52-54 с обхватом головы, то я вам предлагаю изначально набрать 97 петель и вязать вместе со мной по видео. Под данную шапочку в комплект, для того чтобы имелось завершенный такой вот образ, я предлагаю вам связать и снуд. На снуд у меня ушло всего моточек, поэтому, как вы понимаете, это достаточно бюджетно и экономно получается. Кому понравилась шапочка, лайкайте, и приступаем к вязанию. Для вязания я воспользуюсь пряжей фирмы Yarnad Jeans. Это полухлопок, полуакрил, 160 метров в 50 граммах. На размер 54-55 у меня уйдет ровно 2 моточка на основу с завязочками. И немножко третьего мотка уйдет на глазки. Ниточкой я буду вязать в 2 сложения. Если вы будете вязать размерчик поменьше, то есть до 54, к примеру, на 96 петель, то у вас уйдет ровно 2 мотка, ниточкой в 2 сложения. И немножечко останется на глазке, поэтому уйдет ровно 2 мотка на всю шапочку. Также нам понадобится помимо зеленого основного цвета немножко черного и белого, это для вязания глазок. Основу я буду вязать спицами номер 4,5 круговыми, так как у нас замыкаться будет в круговую вязание на затылочной части. Крючок на глазке я взяла номер 3, можете взять 3,5, 2,5, какой есть у вас в наличии, в зависимости от этого потом отрегулируете размер. И для вязания полого шнура у меня спицы номер 2. В качестве наполнителя для глазок я буду использовать обычный холофайбер. Для начала нам нужно набрать нечетное количество петель, поэтому я буду набирать 101 петлю. Начальную одну петельку я набираю первую и вторую, получается, сразу на одну спицу, для того чтобы не были растянутые крайние петли. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 99 петель. Набираем самым удобным для себя способом. Можете выбрать какой-то свой способ. Вот. Но главное набрать петельки. И обратите внимание при наборе, чтобы ниточка не делилась и в дальнейшем таки не добавляла нам количество петель. После того, как все петли набраны, достаем одну свободную спицу, на которых нет начальных 2 петель, и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас формирование резиночки 1 на 1, поэтому кромочную снимаем. И всегда первую петлю ряда, кромочную, я буду снимать не провязанной. Затем провязываю лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так чередую до конца ряда. Лицевая, изнаночная. Обратите внимание, чтобы вы провязывали за 2 ниточки, и чтобы количество петель в дальнейшем у нас не увеличилось, нужно провязывать внимательно за 2 ниточки. И вот так чередуем до конца. В конце ряда у нас по чередованию лицевая петля и кромочная петля изнаночная. Связали первый ряд, расформировали резиночку. Далее поворачиваем ряд, и второй ряд мы вяжем уже по сформированным петелькам. Первую кромочную снимаем не провязанной, далее у нас идет изнаночная. Мы провязываем над изнаночную, изнаночную. Далее у нас идет лицевая. Я провязываю лицевую над лицевой за дальнюю полупетельку, изнаночную за ближайшую полупетлю над изнаночной, а лицевую за дальнюю полупетлю. Таким образом у нас получатся не перекрещенные петли, не перекрученные, и красивой ровной резиночкой будут ложиться петли над лицевыми. Провязываем лицевые над изнаночными, изнаночными. как второй ряд, так и все последующие ряды до нужной ширины резинки. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И будет вот так вот получаться у нас красивая резиночка. Вот я провязала от начала вязания 5 сантиметров резиночки и 10 сантиметров платочной вязки. От начала вязания у меня провязано 15 сантиметров. Если хотите, можете связать 13 сантиметров. Я хочу, чтобы было поглубже, поэтому связала 15. Я нахожусь сейчас в начале ряда, там, где у нас красивая вот такая наборочная косичка. С внутренней стороны у меня остаются рубчики, то есть это как бы условная изнаночная сторона. Сейчас я предлагаю на данном этапе вам замкнуть вязание в круг для того, чтобы начать делать убавление на затылочной части, а так как я в виде чепчика делаю убавление, то буду замыкать вязание таким образом. Смотрите, сейчас у меня получается вот он, наборочный край, здесь у меня кромочные петли, и я замыкать вязание буду вот на данном этапе. Сейчас я предлагаю вам кромочную с правой спицы спустить на левую и провязать вместе со второй кромочной, последней провязанной петлей получается, вместе одной лицевой. То есть я вот таким вот образом замкнула вязание в круг и в дальнейшем буду вязать по кругу. Далее смотрите, у меня сейчас набрана была 101 петля. Одна у меня сократилась при замыкании вязания в круг. То есть я 2 провязала кромочные вместе одной лицевой. Поэтому сейчас у меня по кругу 100 петель. Я буду делать закрытие макушки на 6 клиньев. То есть буду делать 6 убавлений в ряду. Мне сейчас 100 петель на 6 не делится. То есть мне нужно таким образом убавить первый ряд, чтобы в дальнейшем уже делилось на 6 убавочек. Ближайшее число от 100, делящееся на 6, это 96. То есть 100 минус 96. Соответственно, мне нужно закрыть в первом ряду 4 петли, равномерно распределив. Я сейчас закрою эти 4 петли и в дальнейшем буду закрывать в каждом ряду закрытия по 6 петель. Это мне, скажем так, удобно и чтобы я не сбилась. Итак, сейчас я провязываю 11 лицевых петель. Первую я, ну, можно сказать, провязала лицевую, далее 11. Вторая, получается, 3, 4 лицевая, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, а 12, 13 я провязываю вместе одной лицевой, заводя за 13 петлю вместе с 12 провязываю вместе, то есть сделала первое убавление. Далее провязываю 23 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23. 24 и 25 петлю я буду провязывать вместе одной лицевой. И так я сделала второе убавление в ряду. Далее снова отсчитываю 23 лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В конце ряда также мы делаем убавление, поэтому 2 последние петли поворачиваем, получается 15, 16, и привязываем вместе одной лицевой. Так мы закончили с вами третий ряд, получается убавление. И сейчас четвертый ряд четный мы провяжем просто изнаночные петли. В третьем лицевом ряду мы с вами сократили 6 петель, соответственно 96 минус 6 – 90 петель. Соответственно, в пятом лицевом ряду у нас сейчас 90 петель, и убрав 6 петель, мы должны их распределить равномерно. 90 делим на 6, получается у нас уже не 16, а 15 петель, поэтому 13 лицевых и 14-15 вместе. В дальнейшем все лицевые ряды вы не считаете количество петель, а просто сначала вы провязывали 14 лицевых, 15-16 вместе, затем провязав изнаночный, теперь у нас 13 лицевых, 14-15 вместе, затем снова изнаночный ряд провяжете 12 лицевых, 13-14 вместе и так далее. Просто убираете по одной петельке между убавлениями. Единственное, что нам нужно таким образом чередовать убавления через ряд, чтобы не создавались такие вот клинья, полосочки убавления. Я предлагаю вам чередовать убавления, то делать, скажем так, провязав, ну вот в данный момент у нас 13 лицевых, 14, 15 вместе, а в предыдущем ряду лицевом убавления у нас было 14, 15, 16 вместе. Мы делали через 14 петель, теперь должны через 13, но я предлагаю вам в этом ряду сделать в начале ряда убавления для того, чтобы клинья не получались, не совмещались как бы. Для этого, смотрите, у нас идут 2 изнаночные, мы их снова вот так вот как бы прячем друг за дружкой, вот, и делаем убавление в начале ряда. И теперь уже убавление будет отсчитываться, а затем 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, далее 9, 10, 11, 12 и 13. Затем снова убавление, поворачиваем дальними полупетельками, друг за дружкой прячем петлю, провязываем вместе. И снова 13 отсчитываем лицевых. То есть, то мы делали 13 лицевых убавления, а сейчас сделали убавление в начале ряда и 13 лицевых. В следующем лицевом ряду убавления мы будем вязать 12 лицевых, 13, 14 вместе. Уже здесь у нас будет убавление, скажем так, на уровне через ряд, и не будет создаваться убавление над убавлением, они будут смещены. Вот, то есть мне кажется, что вот этот момент, ну, стоит учесть для того, чтобы красивые и равномерные были убавления для затылочной части. Сделали убавление, далее снова отсчитываем 13 лицевых и убавление. Чередуем до конца убавление 13 лицевых, провязываем убавление 2 вместе петли, 1 лицевой. 22, 23, 24, 25 снова провязываем вместе 1 лицевой. И третий раз я провязываю 23 лицевые петли, 24, 25 я провяжу вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23 и 24, 25 провязываю вместе 1 лицевой. Так, я сделала 4 убавления в ряду до конца ряда. У меня остается также 12 петель, я их довязываю лицевыми. Как и в начале мы провязывали с вами, получается, 11 петель, 12, 13 мы провязывали с вами вместе. Вот, или какую мы там провязывали. В общем, в начале ряда мы с вами сделали убавление через некоторое количество петель. И здесь я также закончила некоторым количеством петелечек. То есть, смотрите, мы, получается, с вами замкнули вязание в круг и при этом сократили такое количество петель, чтобы у нас сейчас было кратное 6. И я буду делать 6 убавлений, чередуя через ряд. Сейчас у нас был ряд лицевой по чередованию платочной вязки. Мы провязали его лицевыми петлями. Далее следующий ряд у нас идет изнаночный. Поэтому изнаночный ряд мы всегда, запомните, всегда делаем без изменения. Просто провязываем все петли изнаночные. Вот как у нас, получается, идут, какое количество петель. Всегда провязываем изнаночные. В изнаночных рядах мы не будем делать убавления, потому что их будет очень сильно видно. Вот чтобы, скажем так, это не кидалось в глаза, а шло как бы такое, ну, оно будет заметное, но не сильно убавление. Вот, поэтому изнаночный ряд, второй ряд будем считать затылочной части. Изнаночный мы провязываем просто без изменения изнаночными петлями. Довязав до конца второй ряд изнаночный по чередованию, в третьем ряду я начинаю делать убавление ровно 6 петель в ряду. И по чередованию это у нас сейчас лицевой ряд. Если я 96 поделю на 6, у меня получается 16. То есть каждую 15-16 петлю я буду провязывать вместе в этом ряду для того, чтобы сделать 6 убавлений. Итак, начиная с первой петли, отсчитываем, получается, 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Далее 15-16 петельку я провязываю вместе лицевой. Если мы сейчас провяжем 2 вместе вот так вот за дальние полупетельки, то получится некрасивые перекрещенные видимые убавления. Я для удобства сейчас вот эти 2 петельки переснимаю дальними полупетлями вперед, возвращая их обратно на левую рабочую спицу. Теперь, повернув, провяжу вместе за передние полупетельки. И тем самым спрячу одну петлю за вторую. И как бы меньше будет попадаться в глаза вот это убавление. Если вы сделаете, вот сейчас я вам покажу, следующие 2 петли провяжу вместе, у вас получается одна торчащая петля, а это убавление, обратите внимание, менее заметно, поэтому я буду делать убавление, поворачивая дальние полупетельки вперед. Итак, 15-16 провязали вместе, так будем чередовать до конца ряда. Отсчитываем 14 лицевых, 15-16 я сейчас поверну и точно так же провяжу вместе. Так нам нужно провязать всего 6 убавлений. Первое мы с вами сделали, сейчас мы провяжем второе. Так, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15-16 петлю я поворачиваю дальними полупетельками вперед и провязываю вместе одной лицевой, заводя за передние полупетли. Я сделала второе убавление и так чередуем до конца ряда. 14 лицевых, 15-16 повернули, провязали вместе одной. Шестой ряд изнаночный, поэтому провязываем его изнаночными петлями. В седьмом ряду мы будем чередовать 12 петель лицевых, 13 и 14 вместе одной лицевой и делать убавления, соответственно, через каждые 12 лицевых. Отсчитываем 12 лицевых от начала ряда, 2, 3, 4, 5, 6, далее 7, 8, 9, 10, 11, 12. Поворачиваем 13-14 петлю полупетлями вперед, как всегда, и провязываем вместе одной лицевой. И далее снова 12 лицевых, 13-14 вместе до конца ряда. Изнаночный ряд изнаночными петлями. Довязали убавление и снова изнаночный ряд провязали изнаночными петлями. Далее в лицевом ряду мы снова убираем по одной петельке, соответственно, сейчас у нас будут чередоваться убавления через 11 лицевых. Как всегда, чередую я то через провязанные лицевые петельки, то в начале. Сейчас у нас ряд, когда я делаю убавление в начале, поэтому поворачиваю дальние петельки вперед и провязываю сразу же в начале ряда первое убавление. Далее отсчитываю 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Далее 6, 7, 8, 9, 10, 11. И снова поворачиваю дальние полупетли вперед. 12-13 петлю я провязываю вместе одной лицевой. И так чередую до конца ряда. Сделали убавление 11 лицевых. Убавление 11 лицевых. Изнаночный ряд изнаночными петлями. В 11 лицевом ряду у нас идет чередование 10 петель и убавление 11-12 петелечки. Поэтому отсчитываем 10 лицевых в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 7, 8, 9, 10. Развернули 11-12 петлю и провязали вместе одной лицевой убавление. Далее снова провязываем 10 лицевых убавлений, 10 лицевых убавления, изнаночный ряд изнаночными петлями. И так далее продолжаем убавлять до тех пор, пока не стянется наше донышко до минимума. Я слишком не буду делать убавление до самого-самого конца, потому что если вы сделаете, скажем так, убавление до минимума петелечек, то получится при стягивании такое вот выпуклое, вытянутое донышко. Мне этого не нужно, мне все-таки затылочная часть хочется, чтобы она была более такая компактная, аккуратная. Вот, поэтому я делать убавления буду до тех пор, пока у меня не останется по кругу, скажем так, окружность около 3 сантиметров в диаметре. И тогда лишь буду стягивать. Итак, смотрите, мы с вами сделали сокращение в первом ряду для того, чтобы было кратное 6, наши петельки делились на 6. И затем, начиная с третьего ряда, в каждом, получается, лицевом ряду я делала убавление, чередуя то петельки, то убавление. Затем в пятом ряду я сделала сначала убавление, затем провязывала петельки. То есть, смотрите, 14 лицевых убавлений мы прочередовали в третьем ряду 6 раз. Затем чередовали убавление 13 лицевых 6 раз в пятом ряду. В седьмом ряду 12 лицевых убавления 6 раз, убавление 11 лицевых 6 раз. И сейчас мы с вами провязали 10 лицевых убавления, чередуя 6 раз. В каждом четном ряду мы с вами по рисунку платочной вязки провязывали изнаночные петельки. Вот, исходя из вот таких убавлений, я дальше продолжу делать убавления в каждом лицевом ряду, в каждом четном ряду продолжаю я вязать изнаночные только лишь петельки. Мы с вами остановились при провязывании 12 изнаночного ряда сейчас. То, начиная с 13 ряда, я также продолжаю чередовать убавления и через каждое провязывать 9 лицевых 6 раз. Я думаю, что вы сейчас понимаете, о чем я говорю, потому что мы с вами до этого момента делали точно такие же убавления. Затем в 15 лицевом ряду я буду провязывать 8 лицевых и делать убавление. Убавление — это провязывание 2 лицевых вместе одной 6 раз. Затем в 17 лицевом ряду я продолжу делать убавление, чередуя 7 лицевыми 6 раз. Далее в 19 ряду я буду провязывать 6 лицевых и делать убавление через каждые 6 лицевых. Опять же таки со смещением. Обратите внимание, что я в шахматном порядке буду делать убавления, как и прежде. Далее в 21 лицевом ряду я сделаю убавление, чередуя с 5 лицевыми 6 раз. Затем я буду чередовать 4 лицевые и делать убавление 6 раз. В 23 ряду, в 25 лицевом ряду я провяжу убавление, чередуя с 3 лицевыми 6 раз. И в 27 лицевом ряду я провяжу последний ряд убавления, чередуя 2 лицевые и делая убавление 6 раз. Таким образом, у меня получится 3 лицевые петли при провязывании 27 ряда, чередующиеся, скажем так, 6 раз, соответственно, 6 3 18. У меня в конце 27 ряда вместе с убавлениями получится 18 петель. Провязав четный изнаночный 28 ряд, вот здесь я напишу его, хотя до этого я изнаночный ряд и не писала, в 28 ряду я провяжу последний ряд изнаночными петлями, соответственно, вот с изнаночными петлями 18 раз, соответственно, вот эти 18 петель после провязывания изнаночного ряда мы с вами стянем. Перед тем, как отрезать ниточку и вдевать ниточку в иголочку для того, чтобы стянуть вот эти петельки, я обычно так рекомендую делать. Вы примерьте шапочку, у вас уже будет, скажем так, готовая основа. Вы примеряете, если все вам нравится, подходит, то, соответственно, тогда лишь отрезаете ниточку и будем стягивать с вами затылочную часть. Если что-то вам не нравится, ну, к сожалению, придется распустить, либо же взять новые ниточки и связать, а это оставить, скажем так, завершить уже для тех, кому подходит этот размер. В общем, продолжаем делать вот такие убавления в шахматном порядке, то есть чередуем то убавление, провязывание лицевых, то лицевые, провязывая с убавлениями, чередуя. В каждом ряду, как вы видите, это будет по 6 раз. Соответственно, оставив минимум диаметр у меня 18 петелечек, получается около 3 сантиметров диаметр. Вот на этом я останавливаюсь и буду сейчас стягивать петли. После окончания 28 ряда у вас должно получиться вот такой остаток петель. И теперь после этого, как примерили шапочку на голове, отрезаем хвостик, удобный вам для того, чтобы вдеть ниточку в иголочку и стянуть вот эти петельки. То есть сантиметров можете 10-12 оставить и вдеть в иголочку. Далее, по ходу того, как мы вязали с вами по часовой стрелке, я и буду переодевать петли на иглу. То есть просто переодеваем, захватываем 2 полупетельки, как всегда, 2 ниточек. Вот так вот. И переснимаем сначала одну сторону, затем вторую сторону. Подтягиваем хорошо петли на спицу. И и пересняв с одной стороны. Не спешите вытаскивать сильно хвостик, пусть здесь у вас останется петелька. Сейчас я вам покажу почему. После того, как вот переодеваем, мы просто пропускаем сквозь эту петельку, которая у нас получилась. Вот спицы нам уже не нужны. Смотрите, вот вы продеваете, у вас осталась петелька. Хорошо стягиваем, пропускаем сквозь эту петельку, но придерживаем ниточку от иглы. Стягиваем вот этот хвостик хорошо. Вот, смотрите, достаточно плотненько его стягиваем. И затем вот эту образовавшуюся петельку от иглы пропускаем снова иголочку. И затем уже затягиваем. Таким образом мы с вами закрепили ниточку, стянули колечко. Посмотрите, какое оно получилось, достаточно аккуратное. Теперь эту ниточку мы прячем, остаточек, хвостик, сквозь образовавшееся колечко из петель. Я обычно по ходу работы так и прячу, куда смотрят петельки. Вот. И все. Нам остается лишь только закрепить начальную ниточку, прикрепить жгутики. Жгутики вы можете сделать, есть видео на моем канале, полый шнур, либо же жгутики из ниточек, скажем так, скрученные вручную. Здесь уже вы смотрите сами, какие вы хотите завязочки. Вот, все, эту ниточку сейчас отрезаем, и у нас получилась вот такая красивая затылочная часть. После того, как мы спрятали все хвостики, берем, складываем полый шнур нужной длины, либо же жгутик пополам, и находим уголочки шапочки. Фиксирую я с внешней стороны, вводя на внешнюю сторону, и продеваем сквозь то место, где вы бы хотели, чтобы закреплены были жгутики. У меня это обычно уголочки немножечко дальше от уголка, чем в самый-самый вот прям притычок. И продеваем сквозь вот эту петельку образовавшуюся жгутики. Все, завязочка одна у меня готова. С другой стороны я сделаю все то же самое. И приступаем к ушкам. Для начала ниточкой черного цвета делаем кольцо амигуруми и обхватываем вокруг пальчика вот таким вот образом. Далее продеваем крючок вовнутрь и захватываем петелечку. Далее сквозь эту петелечку пропускаем рабочую нить и закрепляем кольцо амигуруми. Делаем далее 2 воздушные петли подъема, накид, и в колечко провяжем 12 столбиков с одним накидом. Сделали накид и провязываем столбик 1. Столбик 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12. Придерживаем крайнюю петлю на крючке и стягиваем колечко за коротенький хвостик ниточки. Я оставила очень коротенький, можете оставить подлиннее, но стягиваем за него таким образом, чтобы у нас внутри не было никакого отверстия и дырочки. Посмотрите, нет ничего. Далее берем ниточку белого цвета. Вот эту ниточку хорошо подтяните, можете ее сразу же здесь закрепить, чтобы она не распускала вам вязание. В дальнейшем это вам поможет, поэтому можете на данном этапе закрепить ее. Затем берем ниточку белого цвета и находим, пропуская петли подъема, вот первый столбик. Вот над первым столбиком вводим крючок и закрепляем вот эти 2 столбика, получается последний и первый, соединительной петлей или соединительным столбиком уже ниточка белого цвета. Очень плохо видно, так как ниточка темная, но вы, главное, правильно все сделаете. Итак, я сейчас для удобства завяжу между собой вот эти все ниточки. То есть это будет у нас внутренняя сторона, поэтому ничего страшного, если будут это просто узелочки. Все лишние ниточки я отрезала, чтобы они мне не мешали. И у нас остается лишь только соединительная петля новым цветом. Далее делаем одну воздушную петлю подъема. И всегда в дальнейшем я буду делать всего лишь одну воздушную петлю подъема. И по кругу мы сейчас будем вязать полустолбики с накидом. То есть как они вяжутся. Делаем накид. Вводим сюда же, в эту же петельку, крючок. У вас на крючке, выводя рабочую нить, 3 петли. Сквозь 3 петли пропускаем рабочую нить. Это и есть полустолбик с накидом. В эту же петелечку делаем второй полустолбик с накидом. Вот эту петлю подъема воздушную я никогда не буду считать за столбик. То есть она у меня просто будет для того, чтобы подняться на верхушечку и начать новый ряд. Провязали 2 полустолбика с накидом в первую петлю, далее во вторую петлю тоже 2 полустолбика с накидом, то есть делаем прибавление в каждую петлю по 2 полустолбика с накидом. Так нам нужно провязать абсолютно все петельки предыдущего ряда столбиков, то есть увеличиваем количество столбиков в этом ряду в 2 раза. Провязали в первую петлю 2 столбика, во вторую, в третью и так далее. Все 12 раз мы провязываем по 2 столбика, получается 2 полустолбика с накидом. Вот так вот до конца ряда нам нужно провязать по 2 полустолбика с накидом. Довязав до конца ряда прибавления из полустолбиков, присоединяемся над первым полустолбиком в этом ряду, вот сюда. Далее в следующем ряду мы также сделаем ряд с прибавлениями. Для этого будем чередовать то по 2 полустолбика, то по 1 полустолбику, вот так вот чередуя в каждую петельку. Итак, поднимаемся на 1 воздушную петлю подъема, делаем накид и в петлю основания воздушной петли, вот сюда, провязываем полустолбик с накидом. Далее в следующую петлю над прибавлением предыдущего ряда провязываем 2 полустолбика с накидом. Первый полустолбик, сюда же второй. Далее снова в следующую петлю, то есть третью петлю ряда, провязываем полустолбик с накидом 1. Над прибавлением провязываем 2 полустолбика. В одну петлю второй полустолбик сюда же. Снова полустолбик 1, в следующую петлю 2 полустолбика, прибавление. То есть чередуем в каждую, получается, петельку, провязываем по полустолбику, но чередуя то полустолбик, то прибавление, то полустолбик, то прибавление. 2 полустолбика — это и есть прибавление. Вот так до конца ряда мы прочередуем. Последнюю петелечку ряда по чередованию — это у нас прибавление. Поэтому делаем прибавление. И присоединяемся над первым столбиком, вот сюда, уже ниточкой основного цвета, зеленого. То есть вот вводим над первым столбиком и присоединяемся, вводя ниточку уже зеленого цвета. На этом, скажем так, у нас заканчивается зрачок и белок глаза. И продолжается веко. Вот эти я предлагаю вам ниточки между собой завязать в узелочек, то есть вот вы сейчас отрезаете ниточку белого цвета и вот здесь вот делаете узелочек. Я пока продолжу дальше вязание, затем уже обрежу и завяжу узелок. Итак, поднимаемся на 1 воздушную петлю подъема, делаем накид и сейчас, просто возвращаясь вот эту петлю основания, провязываем 1 полустолбик с накидом. То есть вот эти, как я вам уже говорила, петли подъема у меня абсолютно не играют роли за столбик. Поэтому, начиная с первой петли, провязываем в первую петлю столбик, полустолбик с накидом, вторую петлю полустолбик с накидом, в третью петлю полустолбик с накидом, в четвертую. И так в каждую петельку этого ряда нам нужно провязать по полустолбику с накидом. И последующие 4 еще ряда, то есть всего 5 рядов полустолбиков с накидом, я провяжу без каких-либо изменений и прибавлений. Просто по полустолбику с накидом в каждую петлю по кругу. И соединяться я буду над первым столбиком. При этом каждый новый ряд, начиная с 1 воздушной петли подъема. В петлю основания делаем первый полустолбик с накидом. Провязали 5 рядочков полустолбиков с накидом, соединяемся снова, присоединение делаем над первым столбиком. И теперь получается мы начинаем делать убавление для того, чтобы как бы сделать закрытие века. Вот, поэтому я начну делать убавление прямо с начала ряда. Так как мы закончили делать прибавление здесь, чередуя столбик прибавления, то мы так и продолжим делать убавление. Я начну, пожалуй, с убавления сразу же, для того, чтобы мне было удобно. Итак, делаем воздушную петлю подъема, накид. Далее, возвращаясь в эту же петлю основания, провязываем недовязанный полустолбик с накидом. То есть, смотрите, делаем накид. Вводим крючок в петлю основания, захватывая рабочую нить. И якобы сейчас полустолбик мы должны были пропустить рабочую нить сквозь 3 петли. Не пропускаем. Берем снова, вводим крючок в соседнюю следующую петлю, захватываем рабочую ниточку. И сквозь 4 петли на крючке провязываем рабочую нить. То есть это у нас убавление полустолбика. Далее делаем накид в следующую петлю, в 3-ю петлю ряда получается. Провязываем полустолбик с накидом обычным образом. Далее снова накид. Первую петлю захватываем полупетельку и во вторую петлю захватываем полупетельку, пропускаем сквозь все 4 петли на крючке рабочую нить. Снова полустолбик с накидом раз, далее убавление, захватываем накид, рабочую нить сквозь 1 петлю и рабочую нить сквозь 2 петлю, на крючке 4 петли, провязываем их вместе. Затем снова чередуем столбик, полустолбик с накидом. Далее убавление. Полустолбик раз захватили, полустолбик второй раз и провязали вместе с накидом и основной петлей. Сделали убавление, в следующую петлю провязываем полустолбик с накидом. Затем снова убавление, затем полустолбик с накидом. Так чередуем до конца ряда: убавление, полустолбик с накидом. Затем по чередованию у нас идет убавление, полустолбик с накидом. Если вы посмотрите на ваше вязание, очень хорошо видно. Там, где вы делаете убавление, получается как бы 3 петли такие вот в уголочек. Там, где вы делаете полустолбик, просто полустолбик аккуратненький провязан. Далее сделали полустолбик, провязали убавление. И вот так до конца этого ряда. Следующий ряд мы тоже прочередуем точно так же вместе с убавлениями, чтобы у нас не слишком было стянутое, скажем так, момент закрытия. Если мы будем вот так чередовать столбик закрытия, то получится достаточно аккуратное и плавное закрытие вот этих петель. Вот я принаполнила. И сейчас, придерживая наполнитель, я продолжу делать ряд убавления. Делаем воздушную петлю подъема и сразу же, начиная с петли основания, провязываем убавление, то есть захватываем полупетельку с этой петли основания и со следующей, и провязываем убавление. И убавление мы сейчас в этом ряду продолжим вязать до самого конца ряда, то есть просто сразу же, начиная со следующей петли, захватываем 2 полупетельки и провязываем убавление. То есть сейчас я провяжу убавление до конца этого ряда, не чередуя уже с полустолбиками, а просто, скажем так, максимально наполнить, максимально не наполнить, а максимально закрыть вот количество петель по этому ряду. Ряд мы провяжем сплошные убавления, всего лишь 1. Затем останется небольшое отверстие, которое мы уже закроем непосредственно, просто стянув все петельки. И все. То есть здесь останется уже такое количество петель, которое не очень удобно будет закрывать и в то же время будет выглядеть аккуратнее, если стянуть. Разговаривая с вами, я уже довязала вот до конца ряда. Здесь вот видно, начались убавления, и все. Последнее убавление мы провязали. Я соединяюсь петлей вот здесь вот в макушечку первого убавления в этом ряду. Вот, хорошо продеваем и вытаскиваю ниточку, затягивая хорошо таким образом, чтобы у меня остался хвостик. Так как у меня иголочка достаточно длинная, то я ставлю хвостик подлиннее, ну вот где-то сантиметров 10. Отрезаю я петлю. И у меня остается вот такой, смотрите, хвостик с вытянутой петли. Сейчас мы еще возьмем наполнителя немножечко и придадим форму вот этой задней стороне затылочной века нашего. Вот, то есть приводим глазик в объемный такой красивый порядок и будем стягивать за вот эту ниточку вот эту заднюю сторону. По чередованию убавления столбик у нас ряд должен закончиться полустолбиком. И сейчас делаем присоединение вот здесь вот над уголочком убавления. Вот так. Далее следующий ряд мы точно так же провяжем, как предыдущий. Делаем одну воздушную петлю подъема, накид. Из петли основания выводим одну вот такую вот петельку. И со следующей петли выводим вторую петлю. Делаем сразу же, получается, в начале ряда убавление. Затем следующую петлю полустолбик с накидом. Затем снова делаем следующие две петли убавления, то есть делаем накид, выводим одну петлю, вторую петлю и пропускаем сквозь 4 петли на крючке вот такое убавление. И вот так чередуем до конца ряда этот ряд точно так же, как и предыдущий. Убавление, то есть 2, получается, полустолбика провязываем вместе и полустолбик с накидом после этого. Снова ряд по чередованию закончился полустолбиком с накидом и присоединяемся снова в петлю убавления в макушечку. Вот здесь. И смотрите, в принципе, у нас сейчас достаточно такое маленькое уже отверстие. Мы можем сейчас в этом моменте наполнить, скажем так, глаз, чтобы он имел форму. Вот, у меня это холофайбер, поэтому я сейчас потихонечку наполню, но не сильно набивайте, во-первых, потому что нам наполнитель нужен не в качестве, скажем так, наполнителя для игрушки плотно набитого, а скорее как для формы глазика. Но и в то же время достаточно здесь, скажем так, поместится много наполнителя, вот, как для декора шапочки, скажем так. Вот, то есть набиваем таким образом, чтобы не было плотно и деревянно, но в то же время держала форму. Вот. Постепенно наполняем, не слишком до самой макушки набиваете, для того, чтобы нам сейчас еще удобно было провязать один ряд. Если вы сейчас провяжете, не наполняя этот ряд, то останется слишком маленькое отверстие, через которое будет очень тяжело наполнять. А пока вы сейчас можете распределить наполнитель, скажем так, во все абсолютно стороны. Итак, наполняем и сейчас довяжем еще один ряд убавления. После чего вдеваем ниточку в иголочку и постепенно, поочередно, за ближайшие передние вот эти полупетельки нанизываем все петли по окружности. Можете через одну, как вам удобно, то есть самое главное нам сейчас стянуть вот это отверстие. Причем с каждой нанизывающей поочередно петлей вы стягиваете отверстие уже непосредственно сразу. То есть вот смотрите, я затянула хорошо ниточку, и вот этим хвостиком мы оставляем, пришьем глазик непосредственно уже к шапочке. То есть смотрите, сейчас я его вывожу таким образом, чтобы у меня оказалась ниточка на том месте, где я буду пришивать глаз к шапочке. То есть смотрите, вот я вытаскиваю начало-конец ряда, у нас здесь было, вот где-то вот здесь я и буду пришивать за вот это место, скажем, вот это низ у меня будет вот так, за вот этот хвостик к шапочке глаз, в общем. Второй глазик делаем аналогичным образом. То есть нам нужно 2 детальки. Далее берем основу шапочки и примеряем на голове, либо же на манекене можете, где бы вы хотели, чтобы располагались глазки. Я буду пришивать их на равном расстоянии. И где-то от края, вот где начинается платочная вязка, я отступлю где-то 7 рядочков. Ну, то есть я глянула, что мне хочется вот где-то около 3,5 сантиметров, может 3, отступить от начала вот здесь от края. И по центру я буду отступать около 8, там можно 7-8 сантиметров. То есть чтобы, для того, чтобы они как бы гармонично смотрелись на голове. Пришивать мы будем за вот эти хвостики. Вот таким вот образом, чтобы они у нас были стоячие. Благодаря наполнителю они имеют объем. и вот красиво смотрится. То есть пришиваем глазики, и наша шапочка будет готова. После того, как пришили глазки, также, кто еще не сделал завязочки, обязательно сделайте, присоедините. Хвостики ниточек, которые были у вас по ходу работы, обязательно спрячьте. И все, готова ваша работа. Единственное, что я рекомендую вам еще в качестве, скажем, дополнительного в наборчик, связать это снуд. Я вязала из Alize Puffy. На одном дыхании буквально вяжется, уходит один моточек, есть видео на моем канале. Вот, но получается в итоге отличный набор к данной шапочке. Кому понравилось, лайкайте, присоединяйтесь. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!